Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Китай отличился», и сегодня у нас распаковка. Вот такая тяжеленная посылка под номером 165 мне пришла. Здесь у нас должен быть телефон, по-моему, Xiaomi. Это какая-то новая модель. И давайте начнем распаковывать. В комплекте у нас тут ничего нету. Китайский воздух. Отличная упаковка. Ничего с телефоном не произойдет. Можно бить, кидать, бросать. Ничего не произойдет. Модель телефона у нас новая. Вижу комплект. Телефон у нас тяжелый. Очень тяжелый телефон. И здесь ничего больше нету. Упаковывает прекрасно. Ссылка на телефон будет в описании под этим видео. Это комплектная, это не подарки. Ни в коем случае. Здесь у нас стекло должно быть. Не знаю, как открывать. Может быть, выдвигается, чтобы не открывать полностью. Вот так вот сейчас достану. Посмотрим, 3D, не 3D. Нет, стекло у нас стандартное, прозрачное, не 3D. Никакого 3D у нас тут в комплекте, опять говорю. Никакого 3D нам не положили сюда. Хотя упаковка у стекла такая добротная. Телефон очень тяжелый. Давайте по характеристикам. У нас тройной модуль камеры. 48 мегапикселей. Не вру, смотрите сами. Модель MIUI A3. 48 мегапикселей. 4300 у нас тут аккумулятор. Также у нас сканер отпечатка пальца прямо под экраном. И у нас Qualcomm Snapdragon 665 процессор. Это 8-ядерник. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Все это работает на Android One, не на MIOS, никак, на Android One. То есть у нас тут голый Android, и это даже хорошо. Телефон я вскрою. Сейчас мы на него посмотрим. Ну, прям тяжелый. И опа, есть. Пусто. Здесь у нас что-то есть. Давайте посмотрим. Видим скрепка для сим-карты. Мануалы. На английском языке. Русского нету. Русского нету. Здесь у нас также мануалы. Также русского нету. Идет в комплекте. Вот это именно в комплекте. Такой приятный силиконовый чехол. Приятный. Сам аппарат. Да, тяжелый. Блок питания с нашей вилкой. На 5 вольт 2 ампера. Это не быстрая зарядка, это простая. И кабель у нас USB, USB Type-C. Все, в коробке больше ничего нету. Давайте откроем. И посмотрим на него. Надеюсь, он заряженный. Снимем транспортировочную пленку. Вот так. И смотрим. Впереди видим глазок камеры. Сверху у нас вход для наушников 3.5 джек. Инфракрасный порт. Сзади тройной модуль камеры. Вспышка. Сбоку кнопки, слот для сим-карты, снизу две сетки, это динамик и микрофон, и вход Type-C. Так, уже видим, что-то он хочет от нас. Сейчас быстренько настроим, все пропустим, это тоже пропустим. И далее. Это тоже пропускаем. Это пропускаем. Все пропускаем. Тоже. Ух, сколько всего он хочет. Все, телефон стартанул. Дисплей у нас AMOLED. Это у нас не IPS никакой. Это уже AMOLED. Давайте чехол примерим. Ха, пошли уже китайские сообщения. Чехол у нас с заглушкой. Неудобно, сразу говорю. Что-то пытается скачать.
Давайте перейдем в настройки. Так, оп, забыл, это же у нас Xiaomi. У нас все тут по-другому. Вот тут. Видим. Что мы видим? Видим Android 9.0. Сейчас перейдем в память. Посмотрим. Так, использовано 14.55. И свободно у нас еще... Где написано? Не написано. А вот тут написано свободно 49.45. То есть у нас что-то занимает... Ну, система, скорее всего. По факту получаем мы 40... Сколько? 49 гигабайт из коробки. Работает. Так, шустренько. Давайте попробуем сфоткать. Какая там суперкамера должна быть. И вот так прямо... То есть, ну, что-то не айда. Да, что-то все размазалось. Давайте еще раз пробуем. Наверное, надо вспышку включить, потому что... Нет, тоже не фокусируется. Ну-ка. Сейчас мы принудительно ее включим. Опа, смотрим. Ну вот сейчас уже что-то видно лучше. Но что-то мне подсказывает, что не 48 мегапикселей. Но тем не менее фоткает, я думаю, добротно будет при нормальном освещении. Плюсом у нас AMOLED-экран, опять повторяюсь. И 8-ядерный процессор. Вот такой краткий обзор. Ссылка на телефон будет. Оп, расфокус, извиняюсь. Почему-то расфокус. Ссылка на телефон будет в описании. К нему идет чехол. К нему идет зарядка. И я думаю, стоит брать. Стоит он недорого. 12 тысяч рублей всего. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Идем в описание. И до новых встреч. Пока-пока.